Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как устройство Realme C25S подготовить к использованию. Для начала давайте выберем русский язык, чтобы было понятнее написано. Нажимаем продолжить. Затем выбираем регион. Следующий. Соглашаемся с пользовательским соглашением. Нажимаем продолжить. Затем убираем все галочки, где написано не обязательно. Нажимаем продолжить. Затем нам предлагается подключиться к Wi-Fi, но мы можем пропустить данный шаг и не делать этого. Затем здесь все галочки тоже убираем. Нажимаем принять. Затем вам предлагают сдать способ разблокировки. Также вы этот шаг можете пропустить и сделать это позже в настройках. Затем вам предлагают зайти в HeyTap аккаунт, но вы тоже этот шаг можете просто пропустить. Затем можете включить автоматические обновления ночью, но также можете эту функцию не включать. Продолжить. Затем можете импортировать данные с вашего прошлого телефона, но также можете этого не делать или сделать это позже. И устройство готово к использованию. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.